В микрорайоне Дубровка накануне на большом стадионе собрались около сотни участников традиционного футбольного турнира, который проводится под эгидой БРСМ и реализуется в рамках концепции дворовых игр. Организаторы уверены, развитие футбола данного формата поспособствует притоку кадров в большой спорт. Главное желание и важный мотив – наличие кумиров. А они есть. Примером для детей считается главный клуб области «Динамо Брест». Я играю в футбол где-то с 7 лет. Я хочу добиться, когда вырасту, чтобы я попал в какую-нибудь команду и стал нападающим. С 9 лет я занимаюсь футболом. Мне нравится футбол, потому что это складный вид спорта, командный вид спорта. Какая у тебя позиция, расскажи нам. Центральный нападающий. Здорово. А что в будущем? Чего хочешь в будущем добиться? Я хочу стать профессиональным футболистом. А за какую команду играть? За футбольный клуб «Динамо Брест». О том, что этот дворовой турнир вызвал волну ажиотажа в Бресте, красноречиво говорят цифры. В стартах сразились 12 команд в двух возрастных категориях. В состязании принимали участие ребята разные. Дети, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, команды из состава студотрядов, местная дворовая сборная «Дубровка» и многие другие. Ты заходишь во двор и видишь, что детки играют. Подошел, спросил, хотите? Да. Вот мы решили провести на территории Ленинского района, а также команду сборной Московского района привели сюда, и чтобы они показали свой футбол, посоперничали между собой. Для них это делается, не просто для галочки. Показать, что в будущем у них тоже есть перспективы попасть в ту же самую сборную, либо в команду нашу, либо в молодежную, либо в тот же состав «Динамо Брест». Здесь летают мячи, в любой момент могут угодить. Это очень здорово, что в такой эмоциональной, заряженной атмосфере собралось большое количество людей. Я думаю, что сегодняшние жаркие баталии наполнят жизнь хорошими моментами. Ну и мы отблагодарим всех. Конечно, мы подготовили призы и подарки ценные для наших победителей, лучших игроков турнира. И постараемся отметить самых лучших, самых достойных и подарить просто всем хорошее настроение. Соревнования проходили благодаря поддержке председателя одного из спортивных клубов города Георгия Дурбуашвили. Пропагандист футбола особенно подчеркивает, эта система соревнований создана для того, чтобы дети не только хотели, но и могли заниматься спортом. Мы обязаны все это проводить, в конце концов спасать детей, молодежь спасать. Кому-то протянули руку, может быть, а кому-то не протянули. Надо было просто какую-то психологическую помощь оказать кому-то, внушить ему, что он может добиться. А таких детей очень много, которые действительно после, как говорится, общения с нами, они пошли по правильному пути. Вообще, дворовой футбол сегодня – это больше, чем принято о нем думать. Ведь именно здесь и появляются игроки массового спорта, у которых в дальнейшем есть все шансы стать профессиональными футболистами. А от юных игроков требуется только одно – результат. Виктория Нечаева, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания «БукТВ».